Скорость перезарядки кайфово. Блин, подожди, два ядра стоит этот скорость перезарядки докачать. Ничего себе, последнее усиление здесь. Ха, интересно. Надо бы вот эти штуки подкачать по чуть-чуть, наконец-то. Давайте немного бонусов стартовых. Мне кажется, можно менять категорию на общение. Да. Ну чё, попробуем какой-нибудь из челленджей. Учение через боль. Вы получаете урон с каждым новым уровнем, плюс 100 к получаемому опыту. Нужен кто-то, кто не так много опыта получает. Желательно не инженер, наверное, да? Как его схиливать? Вот это вопрос остается открытым. Пробуй без движения. Двигаться можно только в первые 5 секунд по прибытии десантной капсулы. Нет, что-то этот пока не хочу. Давайте по очереди. Минус 90 макс хп. Давайте, учение через боль. Как будто бы пулеметчика надо взять. Так, броня. Получаем опыт радиус сбора. Получаем опыт скорость копания. Получаемый опыт. Блин, тут везде прокачан получаемый опыт. Это надо было... Это надо было до этого делать. Это надо было до делать. До прохождения уровней. Получается. Точно не пещеры. Ну, в магме просто так урон получаешь. Мне кажется, сильный ям можно попробовать. Че, пулеметчика взял? Блин, пулеметчик, конечно, так себя. Пулеметчик, конечно, так себя. Тебе есть желание дойти до финала в ГИ? Как думаешь, если вылечишь, то когда? У меня есть желание дойти до финала в ГИ. Вылечу, конечно же, в самом конце. Я не вылечу, я выиграю. Конечно, а как же еще? Ну, в общем, единственный, кто у меня прокачан, плюс 10 брони, чтобы еще доп. Урон не получать просто так. Ну, вот Джиггернаут там здесь хорошо, потому что у него плюс макс здоровья. Видимо, на этом. Он вылетит сегодня, я читал сценарий. Да-да, Пул уже вовсю про сценарий говорит тут. Посмотрите на него. У Сахара есть, блин, сразу плюс уровень 6. Победа или пивной фестиваль? Блин, ну вот с пивным фестивалем, конечно, сложно будет. Я даже не знаю. Мы, если что, попросим Игоря в финал перенести. А сухпаёк здесь вначале сразу дают, да, на регенчик? Да, сразу дают. Вепрь или снайперка? Уф. Слушайте, я бы в плазменного вепря вышел бы на этой карте. Как будто бы, ну, как всегда, звучит хорошо, да? Скорострельность вепрю дам. О! Отстаньте! Жесть. Зря этот урон получил. Ого, это очень хорошо для этой карты все еще. Ай. Okay.
Даешь вместо голодных игр пивной фестиваль. Блин, да. Посмотрим, как пойдет. Посмотрим, как пойдет. Как больно, как больно. Ну блин, я не знаю, каким-то образом на пивной фестиваль мы в любом случае выберемся. Как бы там ни произошло с голодными играми, мы ни в коем случае его не пропустим. Это никак нельзя. Это очень крутая активность в Ереване, нам очень нравится. Мы ходили и на винный фестиваль, и на пивной во второй год подряд. Хочется попасть обязательно. Пивной не такой классный, как винный. А еще недавно появился гастрофестиваль. Вот, на нем тоже было супер круто, обожаю. Ну, как бы... Мы на самом деле на винный и пивной фестиваль ходим вкусняшки покушать, а не, типа, там, пиво, вина попить. Но... Сахар. Надо весь сахар выкапывать в локациях, да? Да, Ян подтвердит. Что мы ходим на фестивали в основном покушать, ну вот на эти винные, пивные, а не ради алкашки. Ну и ради алкашки тоже, ну так, меньше, в меньшей степени, в меньшей степени. Блин, а ведь эти два моба, ну как вас убивать-то? Я ж попробую почистить, ну... Блин, зачем я кинетическое накачиваю, если я хочу выйти в этот? Блин, это больно было. Блин, вот эти боссы, конечно, просто отвратительные. Я не знаю, как с ними правильно бороться. О, еще плазма. Звучит кайфово. Ракетный комплекс так, конечно, нормально не боюзал. Нет, стойте. Больно. Очень больно. Ого. Да, просто жесть. Я сейчас умру, вот прям сейчас умру от левелапов. Да, от левелапов помру. Окей, ядом их убивать, возможно. Прочитал инфу по ги и ничего не понял. Сколько участникам нужно времени находиться в ивенте? Как определяются игры, если это игровое шоу? Ничего не понятно. Все определяет Игорь, всю инфу у него ищите. Все там будет. Каждый день с 6 вечера у нас будут игры. И общение, и вот это вот все. Двенадцать грибных шляпок. Во всем виноват Игорь. Факт. Почему я по 33 урона получаю, а не... Здесь на самом деле пережить примерно первые плюс-минус эти левелы, не? Думаю, что дальше-то проще должно быть. Ау. Да, давай! Как больно-то. Так, ребята, закрывайте тему со срачами.
Пожалуйста. Я как бы... Сам ее развел, по сути. Но я не знаю, какие здесь вообще могут быть разговоры. Если вы считаете, что по какой-то причине вы не называете блокировку Ютуба блокировкой, а считаете это замедлением, ну, думайте, что хотите. Это ваше странное мнение. Спасибо, Ян. Мне вас очень жаль, если это так. Ящик срачдоры был открыт. Здесь не о чем сраться. Абсолютно не о чем. В этом-то и прикол. Ну так, Вионайс, потом к мульду ходишь. Судим, что-то изменится. Да, наше мнение очень важно для вас. Мы обязательно им воспользуемся. Блин, я очень хочу этот сахар зачистить, но мне вначале надо мобов убить. И это не так-то просто. Давай плазму. Блин, ну скорость стрельбы, дальность и скорость придется брать. Левелап есть. Челиков здесь придавим немножечко. И куда-то все равно придется бежать. Знаете что? Скорость копания звучит очень полезной. Так, вторая плазма, кайф. Так, я же смогу, я прокопаю это дерьмо, отлично. Так, а я не зачистил еще локацию с этим, я вижу, там она... Там есть. Нужно еще раз их пробить. Да, дробовику скорость перезарядки особо не нужна, но я ее взял только ради этого. Я понимаю, что она ему не нужна. Взял только ради левелапа. Как надо было. Три уровня. О, минус 35% хп или сколько там. Слушайте, можно урон за золото взять. С другой стороны, нам за золото еще хиляться придется, но это, наверное, не столь важно. Спасибо, граф, мне лень было альтабиться. Скорострельная скорость перезарядки, да. My favorite type of clock. Блин, опять вкачал скорость перезарядки, но опять же, причина та же в целом. 105 хп есть. 70 хп есть. Блин, а как я реально за деньги сейчас буду урон лутать, если мне надо хиляться? Так, надо макарошки попробовать. I'm growing stronger. I wish the unions would help me. Hurts my wallet, but feels great in my body. Surely next time will be better. Серьезно, фул обычное усиление. Хм. Можно немножко удачи на старте взять. Да, прошли испытания пулеметчика. У меня
Нестер сейчас сам мут модеру даст, я ему сейчас как дам. Мерсер как бы знает, что мы терпим часто его душнивого в чатике. Но если надо, тайм-матч он получит. Так, воды хочу сейчас. Суббата не бывает плазмой, у меня нет денег на рероллы. Можно попробовать вкачать болтомет. Кислотой бьет, что в целом прикольно. Но суббата стреляет в спину, это очень нужно пулеметчику. Блин, даже не знаю. Не сомневаюсь, что я за 5 локаций болтомет докачаю. Давайте суббат возьмем. Ради мастерства. Так, а где у меня... А, у меня плазма-автомат еще, да, базовый. Не, ну если сейчас у вепря, конечно, не будет этого... Не будет плазмы, это, конечно, рестарт. Практически. Крутая пушка на уровне снайпы. Ну, как-то ей не повезло. Я хочу все в нее как-нибудь вложиться, попробовать. Но, ай, блин. Ну, таков путь. Где шанс крита, кстати, тоже довольно вкусно выглядит. Ау. Скрит шанса, урон кинетики, когда я хочу в плазму больше выйти. Ну, нет. И скорее всего ядовитую суббату взять. Да помри уже! Блин, одного жучару не могу пробить. 10 удач точно надо, я все еще как бы на второй локе нормально. А-а-а. Хотите книжку про попаданца порекомендую? Че, прям книжку, даже не мангу, и не манху, и не маньхую, и вот это вот все. Ну, вообще, я слышал, что жанр попаданцев в обычной литературе довольно-таки сильно тоже развит. В какой-то фэнтезийной литературе или типа того. Кажется, у меня один из... короче, дядя один читал много всякой разной. Ау. That hit the spot. О нет, жучки, отстаньте. Все взорвали, отлично. Бежим дальше. Книжки начали раньше появляться, а я и не сомневаюсь. Естественно, обычная литература-то. Древнее, не, ну, понятно, манга, конечно, наверное, в Японии, я не знаю, в каких там годах начала развиваться, но обычные книги, понятное дело. Замедление, сверхохлажденная плазма, блин, звучит кайфово. Перезарядку этой пушки и так довольно долго, еще больше делать, как будто ошибка. Блин, я обоих боссов убил. Это не супер хорошо сейчас. Минус 30% урона, это полный отстой.
Не, давай карьерольчик на что-нибудь. О! Ну-ка, скорость перезарядки 3.48. По-моему, она всегда хороша. Скорость перезарядки 3.16. Да, эта штука всегда топ. 50 макс хп. Найс. An Epic Vision плазма, ура. За уникальный тег. Ну, типа, она плоха только на первом уровне, пока у тебя там не это... Нету. Блин, я так мало врагов убил. Левел у меня и так нормальный, ну потому что плюс 100% опыта. Да. Блин, получаем опыт, не давай крит шанс накачаем чуть. Чё? Я знаю, я тебе об этом и говорил. Да. Холодильник съедает продукты. Да, да. Ужас. А там был магнит, не увидел, блин. Ну так вот. У нас морозильная стенка в самой дальней части приморозила к себе там по стилу. Слева там магнит был, ну, что вы делаешь уже? Да, есть, есть, не успел его увидеть. Не успел. Плазменный урон. Ну как-нибудь так. Три грибочка, окей. Очень медленно, пока вепрь стреляет. Супер медленно. 25 легендарной скорости копания. Это было вкусно. У меня там все еще есть ачивка уничтожить дредноутка, хп меньше. Сколько там, 15 осталось. Блин, на какой-нибудь максимальной сложности делай. Ой, на минимальной. Сложная ачивка. Из какого-нибудь супер хпшного перса. Киркой ее от стенки. Да самое хреновое, что долго же холодильник не откроешь, разморозится. Неудобно очищать. Привет, Рикс. Я тебя видел уже. Я разве не поздоровался? Здорово. А, подожди, ты только пришел. Нет, у тебя просто ник на ошибочку похож. Цветом и длиной. У меня визуальная память запоминает длину, цвет очень часто. Все, тогда не видел. Привет, добрый день, утро, здорово. Здравствуйте, алло. Длинный цвет. Еп. До сих пор с Дэмианом путаешь. Я тебя могу с Дэмианом, с Пипегой, с Бладгравом. Не, ладно, у Бладграва поменьше ник, его сложнее. С Дон Корлеоном еще могу попутать. Легко, в любой момент. Особенно если боковым зрением буду смотреть. Еще и этот подчеркивание. Ладно, у Корлеона нет подчеркивания, по-моему, сейчас в нике. Так, ну все, уровней уже мало идет. Я ни один доп. Уровень не брал, да. Собственно. Ух, пробитие для дробовика офигенно. На третьей сложности залутал эту ачивку. Налутал дамага до босса. Да, наверное, на первой даже сложновато чуть-чуть. Потом забросил его снайпой одной пулей. Кайф, кайф, кайф. Надо что-то похожее сделать, наверное. О, сила элемент мне не очень нужен. Вот это прям хорошо, но, наверное, что оружие халявное. Огненные дроны. Звучит ужасно, но это увеличило мне скорость перезарядки, потому что... Огненный дрон, длящиеся изделия. У меня таких нету. Это сейчас, скорее всего, очень хорошо сработало. Да. Это дрон сказал? Дрон еще. Есть еще сахар где-нибудь? Вон есть сахар, смотрите, вдалеке.
Боньк. Красивое. Красивое. Скорость перезарядки, скорость копания. Ай, копание у меня. С перезарядкой проблем вообще нет, как будто бы, да? Не должно быть. Всегда макс хп берем, когда дают. Ну и то есть... Ай, 17 урона, блин. Ну, еще магнит выпал, блин, а может это и плохо? Нет, хп теряется, помогите. I'm a new dwarf. Урон снарядом можно взять, да. Урон всему. Я же там забрал бонус, да, от этого, от... Оп, скорострельность. Стреляй одновременно в противоположную сторону. Гигатоп, гигакайф, вообще балдеж. Супер, супер классно. И почти все сдохли. Тут сейчас еще опыта собрать и потом хильнуться за денег. А вы... и нормально в целом. Давай. Блин, вообще 10 макс хэпа можно было взять. Пока хорошо идем. Вообще норм, норм, норм. Мед тащит. Это на сколько звезд? Всегда 5 сейчас беру. Другого смысла не вижу. Оп, фу, хп. Так, кричанс можно. Урон субаты. Блин, ну как будто бы можно тоже, почему нет? Броня лишней не будет. Пойдет. Так, покушаю сейчас быстренько. Глазки закапай. Кстати, у меня нету. Закончились капли. Жесть, у вас 500 человек пришло на дворфов в разгар... Хотел сказать рабочего, но на самом деле выходного дня. Спасибо, ребята. Спасибо, что смотрите. Откапывай глазки. Ой, это звучит страшно. Никогда больше не произноси это вслух. Вот жду голодные игры. Знал твоем участии и теперь слежу. Кайф, кайф. Еще минуту. Mm-hmm.
Два уровня осталось. Ну, скидка в магазине звучит полезнее. Я смогу там выкупить... Я смогу выкупить примерно такие же штуки. Тидж будет экспертом в ми, как нюк на Айзеке. Да, да, все верно. Это приглашенный соведущий эксперт. Который гораздо круче разбирается в игре и шарит ему пробитие на этой плазме. Но 30 урона, наверное, лучше не скипать. Вы неделю будете голодать на острове. Блин, ну я бы на самом деле, может, и поголодал, может, похудею в какой-то веке. Но боюсь, что нет. Мы неделю будем голодать до хороших игр, потому что наверняка Игорюк такого говна набрал нам отборного. Да ладно, шучу, конечно. Куда тебе худеть? Я толстый, ты чё? Меня только по лицу не видно, а так я 85 килограмм вешу. Чтобы быть худым, мне надо весить примерно 74 при росте в 181. Вот какой хороший рост для худого, здорового человека при росте в 181. Я думаю, где-то 75 плюс-минус. Ну, плюс мышцы, если они вообще есть. Так. Сейчас. Минуточку. Все есть. Толстый, а упитанный и красивый. Ну, я сейчас... Все-таки после переезда в Питере был 79. После переездов я набрал под 7 килограмм. В Армении невозможно не набрать. Самое смешное, что в Турции мы питались сникерсами. Но не толстели. Ну, ну последние пару месяцев мы одни сникерсы жрали. Потому что еда в Турции надоедает спустя... пару месяцев. Ну, понятно, что не... Ну, не только. Конечно, мы там завтракали какими-то колбасками, там, чем-то. Иногда заказывали там что-нибудь там. Хлеб с мясом. Донеры какие-нибудь. Да, Яна готовила еще. Чего? Не говорил я так. Чего? Говорю, что ты готовишь. Вот и сейчас вкусняшки приготовил. Но в какой-то момент мы реально по паре сникерсов в день проели. Ладно, может не паре, может один где-то. Просто потому что еда начала надоедать в Турции. А в Армении не кушаем сникерсы. Пока тоже что-то тяжело. Залы слишком дорогие. Не, я про себя говорю. Опять в чате люди, которые не верят, что я толстый. Крит шанс, да, надо, наверное. Чё по хп? Так, ну золото есть, в принципе, можно проходить. Я думаю... Блин, как это за инженера проходить, у которого доп опыт? На самом деле, точно так же плюс-минус, да? Ай. В целом нет, ничего сильно не меняется. Тут самое главное первый лог пережить, а все остальное, наоборот, даже хорошо, что доп опыт. Ты типа сильнее выходишь в следующих локациях. Это сложно прям супер каким-то тяжелым челленджем обозвать. Как будто наоборот даже чуть проще. Блин, а где сферы? Почему эти сферы не падают? За золото просто, как обычно, хильнуться на максимум. Ну, да. Тем более, у меня главная слабость это тесто, это мучное, ребят. Поэтому я вряд ли когда-либо в своей
своей жизни еще буду худым. Может быть, так, чуть-чуть похудевшим. Но пиццы, бургеры и булочки слоеные — это любовь. Надо вспоминать стрим по Just Dance. Ну вот во время, когда я стримил Just Dance, когда я ходил в зал 3 раза в неделю, это был единственный момент, когда я реально сильно похудел. Тогда же я и колено убил себе. Вот. Чё я так легко прохилялся? На фу. Тогда же я себе еще и колено убил. Когда много бегал, там, много прыгал, там, что там еще надо было делать в этом. В этом Just Dance. Надо купить беговую дорожку к выходу Death Stranding 2, играть и бежать. Яна, кстати, хочет себе беговую дорожку. У нее же еще стоячий стол есть, то есть ей прям удобно. Для дома. Я всегда хотел тоже беговую дорожку. Блин, ну жаль, что мы живем на съемной хате. Понятное дело, что все потом каким-то образом будем перевозить машинами, видимо. Жесть, тут лутбагов, только они нам не нужны. Да, как-то повезем. Нормально, перевозками. Ну, постараемся. Кстати, про достроение слышал новость, Кодзима Брингов звал фотки совместно с ними делать. Не слышал. Ну, неплохо, в первой же части была песенка. Круто, это круто. Кодзима гений, получается. Знает хорошие группы. Бегать, фу, нет, бегать кайфово. Если только это не ломает тебе колени. Ха. Нет силы времени на спорт. Мы вот сейчас, короче, начали, я в том числе, вечерами после стрима хотя бы 20-минутные видосики, там, Яна посоветовала какую-то Хлою Тинг. Вот, и хотя бы 20 минут после стрима, там, чуть-чуть что-то попрыгать, там, какие-то отжимания поделать. Потому что у меня есть время, я бы с утра с огромным удовольствием ходил в зал. Но зал стоит 50 тысяч за 3 месяца. Это невозможно большая цена. А это зал в шаговой доступности. Остальные залы в машинной доступности. Это я про рубли, конечно же, а не про драму. Хлоя Тинг смерть. Это правда, она жесткая. Но в целом, если себя сильно не убивать, так, чисто. Можно и поделать чуть-чуть. Как бы. Хоть какая-то активность. Там какие-то эти. Какие-то. Как планочки поделать, чуть-чуть поприседать. Вот вчера одни приседания были. Ноги, конечно, страшно за них было, потому что мне приседать сильно нельзя со своим коленом. Ну, в целом, такое пойдет. Ого! Нет, я так и не пробил. Жаль. Второй прыжок будет? Нет. Нет. Элинскам. Come here, you disgusting bug. Ладно, первый челлендж прям супер простой какой-то. Вообще. И плюс 100% опыта — это не сложно. Это как бы наоборот. GG. И это надо пройти за все 4 класса.
Персональный тренер в Москве на 3 раза в неделю стоит не сильно дороже, а тут просто зал, да. С бассейном на 3 месяца. Ну, это типа, я так понял, американский зал, этот Gold's Gym.